Здравствуйте, с вами канал на IMDb. В ноябре 2021 года представителям знака Лев астрологи пророчат много хорошего. Но суть в том, что за многое хорошее, что может случиться, придется побороться. Благоприятными днями будут 7, 14, 21 и 28 ноября. А с гороскопом для знака Лев на каждый день вы можете ознакомиться на нашем сайте. Ссылка в описании. Советы астрологов. Первым делом астрологи не рекомендуют представителям знака Лев принимать судьбоносные решения. Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы вносить серьезные коррективы в свою жизнь. Не рекомендуется и вкладываться в любые проекты. Даже самый перспективный проект сейчас может доставить немало проблем, с которыми вы можете и не справиться. Лучше отложите все подобные мероприятия на будущее, и лучше на следующий год. Одиноким львам астрологи рекомендуют побольше времени проводить в компании друзей. Затворничество сейчас не является лучшим вариантом. Вам нужно больше позитива и веселья. А еще астрологи рекомендуют в этом месяце уделить побольше времени саморазвитию, и неважно, какой сферы жизни оно будет касаться. Работа и карьера. В самом начале ноября 2021 года представителям знака Лев, особенно тем, что находятся на должности начальников или руководителей, придется нелегко. Возможно, недопонимание со стороны подчиненных, а возможно, какие-то перепалки и ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не ссориться по пустякам, и тогда все будет хорошо. Еще астрологи в этом месяце рекомендуют поработать над собой и заняться саморазвитием. Было бы неплохо заняться развитием рабочих навыков или и вовсе записаться на курсы повышения квалификации. Сейчас толк может быть минимальным, но в начале следующего года польза обязательно даст о себе знать. Да и вообще, развиваться никогда не будет лишним. Финансы. В ноябре 2021 года львам не стоит вкладываться в какие-то даже самые перспективные проекты. Итог может быть далеко не таким радужным, как вам хотелось бы. Сейчас самое время потратиться на облагораживание дома и на налаживание быта. Можно потратиться на какие-то предметы первой необходимости, на технику, приобретение мебели или на улучшение жилищных условий. В ноябре 2021 года астрологи не рекомендуют прибегать к услугам банков. Не стоит брать суды или кредиты. Специалисты рекомендуют в конце года львам полагаться лишь на свои собственные средства. Будьте осторожны, и все будет хорошо. Семья, любовь и отношения. Гороскоп для знака Лев на ноябрь 2021 года пророчит много перемен в любви. Особенно это касается свободных от отношений представителей знака Лев. Если вы давно хотели построить новые отношения, но никак не встречали достойного спутника, то сейчас лучшее для этого время. Возможно, какая-то встреча или знакомство с тем, кто станет вашей второй половинкой. Главное, не спешите, хорошо присмотритесь и постарайтесь не упустить свой шанс. Семейных представителей знака Лев в ноябре этого года не ждет никаких проблем. Скорее всего, вас ждет идиллия и гармония, но придется постараться, чтобы все было окончательно хорошо. Вам нужно взять себя в руки, поменьше спорить со второй половинкой и попробовать найти взаимопонимание в вопросах, что давно создавали проблемы в отношениях, и тогда все будет хорошо. Представительницам знака Лев, что давно хотели перевести свои отношения на новый уровень, фортуна может улыбнуться. Ведь именно в ноябре это может случиться. Вот только не в случае, если вы будете бездействовать. Задействуйте свое умение правильно намекать. Здоровье. В плане здоровья гороскоп на ноябрь 2021 года не пророчит ничего сверхплохого. Но вот поберечь себя все же придется. Тем более, что проблемы могут возникнуть буквально на ровном месте. Постарайтесь больше времени уделить сну и отдыху. Не допускайте недосыпов. Следите за своим питанием и поменьше конфликтуйте с людьми из окружения. Верьте в лучшее. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.
А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!